Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов. Мы продолжаем проходить первого Ведьмака. Так, ну, у нас, собственно, дорога лежит в этот старый заброшенный храм. Так, сюда подняться, естественно, Ведьмак не в состоянии, да? Упс. Так и было уже. Ничего не знаю, так и было. Ну, вообще 30-ка что-то, ребят, что происходит? Ладно. Вират, здорово. Клянусь честью. Приветствую, Геральт. Фольтест просил узнать, как продвигаются дела. Я думал, он мне доверяет. Да, но конкретно это чудовище является его дочерью. Я его понимаю. Я рад, что ты понимаешь, но что ты хочешь? Фольтест не дурак и знает, что кто-то намеренно вызвал это проклятие. Он не верит, что Адда превратилась в чудовище сама по себе. В склепе могут быть тому доказательства. Ты должен их найти. Фольтест предлагает тебе начать с саркофага, в котором спит принцесса. Может, там есть что-то, что нам поможет. Я выполню приказ короля. А теперь проводи меня к принцессе. Следуй за мной. Да вроде и так было очевидно, куда идти. Пацаны, здрасте. Че? А, вот тут-то. Так, у меня, кстати, какое-то еще задание, по-моему, по этому, по... Да, по доспехам сюда же. За все хорошее, чувак. За все хорошее. Как обычно это, собственно, и бывает. Ну, ты, естественно, со мной не пойдешь, да, это я уже понял. Так. Кошка до сих пор действует. Это хорошо. Ой. Стрига. А, кстати говоря, еще раз, на всякий случай, сейчас монстры. Я опять забыл, что у меня стрыга там это. Стрыга. Отставить серебра. Ну, понятно, серебра. С обычным серебром еще пиздим, и все нормально. Так, могу вам. О, как. Так, костер. Костер — это хорошо. Бля, надо было не так сделать, ну давай. Давай. Мужика завалило. А у меня тап никак не задействован, да? А. Так, как мне не сюда. А, это, видимо, по заданию этого. Как раз таки. Продоспит. Чего у вас нет ни у кого ни хрена? Чай, ребят, погодите. Все, вот сундук пойду оболтаю. Так, последнее желание. Научный труд, посвященный гениям стихий. Я это даже не читал. Прикольно. Так, это я забираю. Эй, а что это за... Кальций. Винный камень, алхимический ингредиент. Тоже нету места. А, у меня уже есть винные камни. Нет, это пески... Подожди! А чё так? Не, ну слизь догона — это прям уникальная залупа. Извините уж за непотребный язык. А это что у нас? Кровь Бруксы, кровь Гуля, игольчатый мирт. А есть что-нибудь того, что у меня там уже на вторую упаковку пошло? Вроде нет. Что-нибудь такое, что мне нахер не нужно, по идее. Во, слушайте, где из этих, из утопцев? Вот, язык плавуна. Во, мозг утопца, нахер, все, выкинуть. Новый какой-то ингредиент, я его уже заберу. Так, ну и денежки, естественно. Так, ну теперь давайте сюда. Дневник человека, из-за которого Ада родилась стрыгой. Так, ладно, тогда сначала будем читать то, что у меня здесь есть. Последнее желание. Данная работа посвящена в основном гениям огня, а именно ифритам. Книга добавляет запись
дневник в категории бестиарий. Ничего себе. Это неплохо, это интересно. Ифрит. Родина ифритов – сфера огня. Чародеи, которые достигли мастерства в управлении стихией огня, могут призывать ифритов и заставлять их служить себе. Мы такие, кстати, уже видели. А иммунны почти ко всем эффектам, особенно к огню. Ифриты – жители другого мира, так что их нельзя сбить с ног или оглушить. Уязвимы к серебру и маслу от призраков. Летая по воздуху, в бою используют огонь. А алхимия – периты и эктоплазма. Ифрит – это мелкий гений огня, или, как еще говорят, элементаль. Он не исполняет желаний, не строит дворцов и не дарит богатств, но действительно служит магу, который изучил стихию огня настолько, что смог подчинить себе ифрита. Ифрита может призвать только чародей, который хорошо понимает природу пламени и всецело посвятил себя изучению его тайн. Это создание является зависимыми... Эти создания являются зависимыми от стихии огня, и если они сочтут мага достойным, они охотно приходят на зов, а затем верно служат ему, исполняя его повеления. Так, это замечательно. Теперь извини, но гуляй. Так, и забираем вот это. Так. А, так что у меня это? А, пусть пока попадет. Тогда иди сюда, мало ли, продать куда смогу. А, дневник Острита. Проклинаю тебя, Фольтес, надеюсь, ты скоро сдохнешь и тебя черви съедят. Проклинаю твою порочную связь, твоя сестра Ада заслужила лучшего. Надеюсь, плод твоего разврата родится таким же чудовищем, как и ты сам. Если ведьма говорила правду, скоро ты познаешь мою месть. Все, что мне нужно сделать, собрать необходимые ингредиенты и трижды сказать нужные слова. А ведь говорят, что и этого может не понадобиться. Просто нужна ненависть, а моя ненависть к тебе не знает границ. На полях кто-то оставил заметки о проклятии, похоже, он пытался найти способ восстановить его. Так, это про Адду. Все, да? Окей. Так, я увидел. Судя по запискам, стояла за подделкой. Дай на всякий случай вот этот абзац перечитаем. Принцесса Ада, плод инцеста, родилась чудовищем, Стрыгой. Это случилось из-за проклятия, которое произнес ревнивый придворный, который любил ее мать. Несколько лет Стрыга бушевала в старой Вазиме, убивая и пожирая людей. Никто не мог убить ее или избавить от проклятия. Это удалось только Геральту из Ривии. Ада не стала совсем обычной девочкой, и угроза рецидива все еще сохраняется. Поэтому принцесса носит амулеты и подвергается особым ритуалам, которые должны помешать ей снова превратиться в Стрыгу. Ну да, это уже было, но тем не менее. Принцесса Ада в результате проклятия Острита родилась Стрыгой. Придворный был влюблен в сестру короля и мать Адды, которую тоже звали Адда. Когда он узнал о порочной связи между королем и его сестрой, он наложил проклятие и написал об этом в своем дневнике. Заполучив этот дневник, можно возобновить действие проклятия и снова превратить Адду в Стрыгу. Там же есть Белая Райла. А что она про Белую Райлу? Белая Райла вернулась в Изиму, она погибла от эльфийских стрел в горящем городе во время боев между нелюдями и орденом. Ну, было такое, да. Я не особо понял, кто это у нас. Я, к сожалению, не всех помню. Трувель. Предводительница группы вольных эльфов, которые бежали от притеснений и остановились около Темноводья. Эта эльфийка очень горда и озлоблена, но не так цинична, как Ейвин. С ней-то у нас там получилось всякое. Так, ну, в принципе, ну, получил я. Не сказать, чтобы я узнал что-то прям дико-дико новое и очень-очень полезное. Но поскольку, говорю, там интересно все-таки лор и так далее, поэтому из этих соображений, безусловно, интересно. Поехали. Так. Так, здесь я все осмотрел. Теперь мне нужно сейчас направо будет. Ну да, короче, я прямо. Куда? Ага. Так, а какое прям задание у нас? Хер его знает, по идее вот это. Так что давайте сначала сюда тогда. Зал. Ну что, тут ничего нету? Че так? Ну вот же прям этот, саркофаг. А кто у нас тут? Это похоже... Да, это какой-то рыцарь. Руны какие-то начертаны. Ну, возможно, здесь что-то еще будет потом. Ну ок. Туда, да?
Рычат ублюдки. Так, да, туда по заданию, окей. Тогда сначала пойдем туда, где рычат. Костры тут. Склеп, костер, камень путника. Что у нас делает камень путника? Что-то камень путника ничего не делает. Ну ладно. Так, ну-ка, трупец. Что у тебя есть? Желтый метеорит. Ух ты. Кусок желтого метеоритного железа, подходящий для ковки. Из трех кусков метеоритного железа кузнец может выковать новый меч. У меня нету места. Но меня мечи, в принципе, устраивают. Все меня устраивает. Я так понимаю, что я уже... Так, подожди, вот это вот нельзя совместить, да? Нет, да? Ну, тогда один я выкину. Давай заберу его чисто, чтобы он был. Так, а хотя подожди. Ча. Ну давай кольцо выкину. Сейчас мы сделаем хитро. Так. Давай. Подноточим его. Так, и по идее теперь могу... Оп, отлично. Так, а я посмотрю, может, чего могу сварганить. Тыкс, барлам-папам, белая чайка. Подожди, что у нас? А белый мед? Ага, да. Да, белая чайка, даже две сделаю. Мне, в принципе, нужно, наверное, так, Evil Knockdown, сопротивление ядом, кошка. А сколько у меня кошек? Сколько у меня кошек? Сейчас. Кошки у меня 4. 5 ласточек. Кстати, ласточек мало. Давайте-ка мы ласточки сделаем. У меня же есть ласточки? Да. Где? Стоп. Сейчас. Бала. Да. Отлично. Оглушает стоящих, солнцезерекание, взрыв ослепляет ближайших. Ну, бомбами не знаю, они вообще в серии Ведьмак, бомба они как-то такое. Но они есть. В третьем там хотя бы можно эти гнезда гулей и прочее, нечисть, и прочие нечисти уничтожать навсегда, чтобы они там не респились. А тут как-то оно не особо и надо. Что такое камень-путник? Да? Ну ладно. Ой, слава богу, не прожалось. Так, в смысле сохраниться нельзя? Ты что творишь, сохраниться? А, видимо, потому что я только что... Это... Медитировал, а там сохранить... Неважно. Неважно, я хочу... Я не доверяю всем этим автосохранениям, всей этой хуйне. Так, сейчас на... Куда, короче говоря. Ну, больше просто некуда. Так, а где Стрыга-то, ёбаю мать? Ну, судя по всему, тот саркофаг по гномьему квесту. Возможно, этот же. Так, записки эльфийского министреля. Свиток древнего пергамента, испещренный каллиграфическим эльфийским почерком. А это для заданий. Так, это у меня, видимо, по этому. Серу забрал. Это я не выбор, деньги забрал. Янтарь... О, даже есть место под него, отлично. Так, так. А, на этом себе понаделал. Это у меня появилось место. Так, давайте читать. Записки эльфийского министреля. Текст написан прекрасным стилем. Рассказывается, как талантливый министрель может при помощи песни наделить доспехи магическими свойствами. А, ну это у меня именно по доспехам. Да, у меня же квест этот отмечен. Все? Все, что нужно, бифункциональный редикулятор сплавов и волокон. Это где? Это где-то, короче, снаружи. Так, окей, давай тогда мы переключимся на ее величество Стрыга. Высочество Стрыга. На территории. Не понял. Че? А, после заката. Ёпта. Окей.
А я что-то туплю. А где же наш шароебец? Вот почему тот саркофаг закрытый, потому что она в нем спит сейчас. Бля, я как сказал, у меня же мурашки по коже пробежали. Бля, пиздец. Что-то я прочувствовал прям, просто я... Соседка, которая у меня определенное время жила, она себе скажу, наконец-то съехала. Прозвучит, как бы я хочу, чтобы она съехала. Хотел, чтобы она съехала. Короче, она съехала. У нее, собственно, там жилье все нормально образовалось. Вот, я теперь один в квартире, и стрыгу, и склеп, бля. Так, медитируем до полуночи. Ну, поехали. Давайте будем давать пиздюлей и стрыги. Ну, по крайней мере, я постараюсь это сделать. Так. После заката. Давай мы сделаем, знаете как? Чтобы уж наверняка. Сейчас полночь, давайте мы сделаем на... Типа, вот так вот. А почему после заката? Она же, по идее, после заката должна отсюда уходить и... Уходить, типа, жрать. Блядь, как-то неуютно так стало. У меня кошка, кстати говоря, прошла. Где у нас кошка? Кошка. Иволга. Помощник. Вот их столько у меня на самом деле, что как бы... Зачем? Чпуйка. Хранить. Чё-то мне стрёмно. Да, блядь. Да ёптую, Геральт. Стрыга, ёб твою мать. Бля, почему я так стрёмно, а? Еда, сушеный фрукт. Не хочу. Стрыгом. Цыпа-цыпа. Чё это такое, а? Ой, чё такое? Стрыголюдина, блядь. Заебало, где ты? Бля, что-то прям. Ну все, уже не страшно. Теперь я его уже увидел. Так. Ты немножечко не то достал, Геральт. Не, это. Я не это хотел сделать. Опа. Геральт, блядь! Геральт, ёб твою по башке, придурок ёбаный! Нашел время. Ня-ра-ня-ра-ня-ра, жму! Ой, бля. Стрыга. Так уж не тупи. Тихо. Блять, ну вот как она меня заражает страхом или чем? Это ж Геральт, блять. Ну Геральт, ёб твою мать. Блять, как меня это бесит, вот, ну серьезно, ну что за тупорылый бред? Это просто меня невероятно бесит, серьезно. Уже скоро, если я собираюсь убить его, у меня времени все меньше.
сука, ну вот что это за бредятина? Ну что это за ебаная бредятина, блядь? Я терпеть не могу, хотя вот ударяют, он просто стоит как долбоёб, блядь. Какого хуя, блядь, толку? Что ты раскачивался там, выкачивался? Она же умирает с полтычка, блядь, у нее вообще здоровье улетает просто как... Блядь, сука, как же это бесит, а? Так, начинается. Так, не, не здесь. Да? Бля, ты будешь сохраняться или... А, понятно. Я просто помню, что он там это в склеп ложился и, ну, в гроб закрывал крышку, и она не смогла переночевать в гробу и стала человеком. Ну, собственно, это было в заставке в самой начальной перед, еще, перед игрой. Герб, может ты встанешь, блядь? Как тебе такая идейка? Блядь, ну вот и ничего, ты просто меня бесит, когда просто он стоит, а я нихуя не могу, блядь, сделать. Потому что какой-то обмудок решил, что это охуенная идея, блядь, когда вот я... Вот чем она меня сейчас? Охуеть, я ее ударил, и она меня одновременно, вот как? Сука, тупорылое просто говно, вот это я ненавижу в этой игре, просто. Как хотите, вот это сделано отвратительно. Неужели какие-нибудь по-другому эффект страха? Причем я просто ничего не могу этому сделать, ничего противопоставить не могу. Все, пизда тебе, сука. Фу, то есть он все-таки убивает до конца, да? Ну ладно. Дай мозг у Топса заберем тогда. Жопа бомбанидзе. Игра, она умирает-то вообще с нихуя. Но вот это вот... Ну, типа, видимо, если бы она хоть так не делала, я вообще было бы проще простого убить. Вообще, потому что я шел чисто по сюжету. Я не проходил доп-квесты. Я как бы... Я просто нахуй идти. Так, что там у нас токсичность снимает сейчас? Токсичность у нас снимает силу знаков. Ну вот, вот можно было чем-то таким убахаться, конечно. Но просто она в том все и дело, что сама по себе она вообще ничего из себя не представляет. Так. Кстати, вот против страха я до сих пор не видел ни одной. Типа вот позволяет обнаружить невидимых... Сейчас он там здоровье восстановит до конца. Позволяет обнаружить невидимых противников. Я их сделал, да, две штуки эликсира Деврие. Нахуй нужен тоже. Вот у меня, по-моему, невидимых противников где-то один раз что-то по сюжету мне нужен был. Жертва есть какая-нибудь? Вроде нет. Дай быстрее-то, пожалуйста, Геральт. Или когда я в меню, она не лечится. А, да.
Сорян. Мне показалось, лечится. Не пиздеть мне тут. Хотя, можно сделать лучше. Не хочу ничего тратить. Я же здесь с костром рядышком. А, ладно, немножечко подгорела жопа. Бывает. Давай, до рассвета и все. И всю токсичность как рукой сняло. Да. Так, мне куды? Да территорию покажи. Сейчас и налево. Угу. Ну ладно. Стрига так стрига. Ну стрига как-то она такая. Ну такой. Здорово. Ой, бля. И? Ты запер меня в склепе. Очень мило с твоей стороны, Велерат. Мудак. Прости, ведьмак. Приказ короля. Стрыга мертва. Больше она ни на кого не нападет. Ах, ведьмак. Надо было убить ее раньше, когда тебе предлагали за это награду. И не было бы сейчас никаких проблем. У меня не было выбора. Проклятие невозможно было снять. Жаль. Я все же думал, что у тебя получится. У меня есть доказательства, что кто-то намеренно превратил принцессу в стрыгу. Что за доказательства? Король пожелал узнать об этом первым. Хорошо. На этом все? Да. Но нет. Чуть не забыл. Да, но нет. Король сказал, если ты захочешь искоренить болезнь, ты должен отправиться в старую усадьбу. Он сказал, ты поймешь, о чем речь. Я понял. Бывай. Прощай. Так, ну так понятно, там саламандра копались, да? Так, ну пацаны, у вас есть костер, да? Так, бла-бла-бум-бум-бам. Арт уровень 5. Мощность знака еще больше. Вызывает нокдаун. Дальность Игни можно еще вкачать. Просто остальное вот я вообще не пользую. Вот серьезно. Там, ну, его можно качать, но, блядь, вот на фоне Игни и Арда они вообще вот как бы соси песос, как говорится. Значит, что это сделает? Это сделает... вызывает нокдаун и туда-сюда. Потом я смогу, допустим, вот это на 360 градусов херачить. Блядь, вот это было бы охуительно. И вихрь. В принципе, можно пойти докачать сейчас АР до конца. Игни уже неплох. Он уже до конца... А, так Игни до конца практически вкачан. Осталось вкачать только дальность атаки. Не, давай уж Игни до конца добьем. Давай Игни до конца добьем. Все, Игни у меня полностью вкачан. Так, теперь серебряный талант. А куда я? Да, подожди, в силу. Что-то у меня силы не очень, да? Блин, а может у меня иммунитет к страху где-нибудь здесь? Повреждения плюс 10, здоровье плюс 2 за каждый уровень, неплохо. Иммунитет к нокдауну. Вот этот кулачный бой, этот мутаген. Это тоже не то. Так, а ловкость. Ну, просто интересно, где-то есть сопротивление. Иммунитет к ослеплению. К воспламенениям. Я, конечно, очень вовремя про это вспомнил. Про все. Но тем не менее. Так, ладно. Сами энергии. Иммунитет к бою. Длительность оглушения минус 50, это хорошо. Сопротивление, боль и оглушение. А я не знаю, это боль была или страх. По-моему, это был этот... групповые стили там открываются. По-моему, это было именно этот. Здесь почти интеллект весь вкачан. Вот это тоже надо качать. Конечно, надо качать, по идее, арт, игни и вот этот интеллект. Потому что здесь вот знаки будут. Мощность еще, затраты меньше, и мощность их сильнее будет. Там, наверное, в конце мастер-ведьмак, если все прокачать. Ну, я не знаю, если только взять опытом. Возможно, надо фармить.
Так, тут тоже все скачано. Силовое серебро. Бля, я даже не знаю. На серебряных два всего. Сопротивление всякому. Восстановление энергии быстрее идет. Энергия — это у нас то, что тратит, ну, мана, грубо говоря, да? Это, кстати, очень полезная штука, чтобы быстрее. Это, наверное, возможно, это был, ну, как бы считается оглушением страх. Так, еще раз. А в ловкости чего? К слепоте, уклонение. Восстановить воспламенение. Кто меня воспламенял? Ну, может, это и будет еще, но... Атака. Неплохо. При выполнении быстрых приемов. Довольно часто я его пользую. Боль. Бля, все надо как бы. Броню прибавляет. А повреждения больше. Ну, в принципе, здоровья-то мне хватает. Я сейчас буду долго думать. Не, восстановление энергии сразу беру, ладно. Вот это можно. Боль плюс 15 при выполнении быстро. Боль — это боль. Вот либо броня, либо здоровье плюс 2 за каждый уровень. Давайте броню возьму. Так, а что можно бронзового вкачать такого? Ну, Аксий. Групповое серебро. Вот здесь есть что-нибудь? На это все вкачано. Или нет? Здесь все. Вот групповой сталь бывает нужно, да. Подножка, иногда он действует только минимум с тремя противниками. Точный удар. Да, давайте вот это возьму, потому что это бывает нужно, кстати говоря. Так, ну и давай медитировать до полудня. Вот, потому что бывает такая фигня, что я дерусь с несколькими периодически сейчас солдатами, уже бывает по 3-4. Если он будет периодически делать подножки, они будут падать. Это будет вообще отлично. Так, сохраниться. Хотя, по идее, во время медитации сохраняется, но тем не менее. В общем, теперь два основных задания. Королю, да, что давайте почитаем. Вкус мести. Король намекнул через Велерада, где мне искать саламандр. Да, про это я говорил. Я отправляюсь в старую усадьбу. Там именно то, что давно искал. Так, это хорошо. Ее высочество Стрыга. Я расскажу королю о своей находке, как только мне удастся с ним встретиться. А, ну понятно. То есть пока что туда идти... Или подожди, ну-ка, М... Нет, не помещается. Так, ладно. Гноми-устройство. Необходимые элементы доспеха теперь. На кладбище, на болотах. Что? Да, пойдем. Окей. Тады, пойдем. Таранаранаранаранаран. Ну вот как-то так. Так, сюда. Окей. Не срезать тут никак. Да-да-да, пацаны, куда ж без вас-то? Мне нужны сейчас, пардон, бруксы. Где? Не попал. Вы не римляне, вы мазилы. Пацаны, если бруксы есть знакомые, зовите. Так, вот здесь что-то сейчас будет. Ну давай. Я даже меч не доставал, понимаете? Зачем? Не, ну Игни, он просто вот Игни Акси, все. О!
Так, там хикимары, окей. Водяру забрал этот... Дайте я все заберу, если все, что... Не, все? Можешь ничего не взять? Ну ладно. Так. Кикимора, иди сюда. Чё, засала тварь, да? Нет, страх это, видимо, черепки. Значит, там было боль, он держался за сердце. Такой, ух! Ну, давай, давай, соберем с них. Пускай будет. Где моя кошка? Не видно пизды ваших этих. Так, ласточка. Кошка. Чпойка. Нара-нара-нара-нара. Баба! Чё, засали, сукины дети? Сюда иди, блядь. Ну и хер стоит. Так. Так, старый сундук, грибы. Давай, 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 давай. Что? Ледор, кикимора. Так, пацаны, давайте вас как-нибудь кучку соберем. Дай. Муня-муня-муня-муня. Опа! Все, засали все, а? Все засали. Ну что такое? Ну что вы за люди? Нахуй пошел. Так, следующий. На пиздюлины становись. А, так. Не благодарите. Так, ага. В старом, конечно, сундуке бутерброд с ветчиной. Я б не стал брать. Что такое? У меня же он только один. Возьми. Нет, второй, уже два. Нет, это лепестки. Так винный камень же у меня. Подожди, а где? Куда я его проебал-то уже? Видимо, я его уже с чем-то сточил. Ну и ладно. Так, а, так, мне не сюда. Я же видел камень путника уже. Бля, так не говорите мне, что мне опять туда придется потом идти камень путником, потому и не активировался, что типа... Что с ним надо делать? А, он говорил, там два камня, и на них надо разные типа использовать эти. Так. Я хуй знает. Давай по порядку будем все пробовать, чего бы нет. Так, это щит. Нет, щит. Щит это явно не то. Ловушка тоже вряд ли. Огонь. Серьезно? Что-то я нихуя не понял. Возможно, окей. Я просто что-то не понимаю, видимо, явно.
Это сейчас, наверное, придется читать лист, потому что я не очень хочу, честно говоря, сейчас в этом разбираться. Я просто не помню там, что он... А, может, почитать, кстати говоря, наверное. Нет. Давайте почитаем, ладно. Кузнец Краснолюд попросил достать ему элемент доспехов ворона, элемент доспехов одного из рыцарей рода, запись эльфийского мастера на кладбище. Чтобы попасть в древние подземелья гномов, мне нужно будет разыскать старую шахту, а в ней камень. После этого я должен прочитать на этот камень два заклинания. Огня и одно воздуха. А какой у меня воздух? Ну вот это, по идее, два огня и один воздух. Окей. Все, понял. Два огня, один воздух. Воздух это, наверное, он, потому что... Раз. Два. Читать уже. Ой, ёпта! Ой, мать! А почему ж ты мне не нужна, а? Мать! Здесь что? А, нет, здесь не был. Так, забираю все, что могу. Угу. Брукса! Да? Я! Брукса! Да не ты, блядь, на какой хер ты мне... Иди отсюда! Ладно. Ой, ой! Ой, ой, ужас! Ой, зачем... Девки! Девоньки, зачем вы так со мной? Альпа... Подожди, а где Брукса? Ага. Там-бам-бам. Брукса! Пусть там. Так, минус раз. Так. Не надо в стеночку идти, не надо в стеночку идти. Вот все. Так, Брукса, иди сюда. Да, ты иди сюда. Так. Я видел еще Бруксы. Бруксы! Бруксы, блядь! Ух ты, нихуя себе! О! Шпук! И нет Брукса. Отлично. Да все, Гер. Я просто уж остальное посмотрю, что есть, может, полезного, что есть. Погоди, я назад иду к этому. Да. Не, пожалею, что это. А, так все, здесь больше нет ничего. Нет. Есть Краснолюдск, вот. Там что-то еще есть. Во! А, ну понятно. Бля, ну ладно.
Здравствуйте, ребятки. Так. Шпух. Чё, ссышь, сука, да? У меня амулет есть против тебя. Ой, извините, да. Так, а мне что нужно? Топор что с собой забрать? Все, понял, извините. А, погодьте. Сейчас не понял. Чем? Фу, блять. Я уже думал, типа, какой-то секретный проход, а я не понимаю, типа, как его. Сейчас пойду. Да иди ты нахуй. Говно бесполезное. Так. Не, кстати, выглядит это не круто. Ничего не скажешь. На. Даже тебя отберу. Бифункциональный рециркулятор сплавов и волокон. Предмет для задания. Необычное устройство, неизвестное значение. Окей. Должен все отнести к кузнецу, а также все элементы доспехов. Так, ну-ка. А я только как-нибудь смогу тебе попасть? Что-то мне подсказывает, что пока что нет. Хотя попробовать надо, что будет. Время пока еще есть. Так, блам-блам-блам. Ну. Ой, блин. Ой, мамочки. Сейчас, секундочку. Я проверю, что там. А, звук пишет, прелесть. Момент. Мне пишут там тоже голосовухи, но пока что я не могу. Так, нет, подожди, здесь выход. Кстати, хороший вопрос. А, теперь я только так могу отсюда выйти, да? Ну ладно. Что, блядь? Два раза огнем, один раз воздухом. Нет, разве? Что, блядь? Здесь нет выхода, как бы, прикол в этом. Там был два раза огонь и один раз воздух. Или надо прям хорошенько кастануть. Я чуть не помню, как я сделал. Потому что здесь выхода как бы нету. Что мне делать-то? Окей. Раз. Два. Вот это как будто сработало сейчас. В предыдущий раз нет. Что это было красное сейчас? Тут некуда. Я сейчас туплю жестко, да?
Ну, как бы все. Два раза огонь, один раз воздух. Что не так? Так, окей. Возможно, я... Типа, я в прошлый раз неправильно сделал? Надо было, чтобы именно бз-бз-бз такой был. Прям в упор стоять к нему. Что? Ой, блядь! Короче, какой-то баг есть вот с этими камнями. Я полазал, почитал, там народ один одно пишет, другой другое. Короче, я же задание заново прошел, думаю, хуй знает. По идее, Игни, арт. Короче, огонь, воздух, да? В эту сторону работает. В ту должен то же самое. Про нескольких видео посмотрел на ютубе, то же самое. Нихуя, у меня он не захотел так делать. Там есть еще три других камня, и на них типа другие, ой, два или три, короче, я их не буду активировать, в пизду пошло. Там другие комбинации. Я, значит, попробовал другие, они не работают. Я, значит, пробую там скрыть свои, не работают. А беру, делаю последний раз, типа, еще раз ту, которая должна быть, и внезапно с какого-то хуя срабатывает. Че, блядь, почему? Я нихуя не понял. Это какой пиздец просто серьезный. Я думаю, вот заебись на 49-й си. Ну там, в общем, это можно откатиться назад на одно сохранение и тогда не проходить этот квест просто. Он, к счастью, второстепенный. Я думаю, вообще здорово на 49-й серии, значит, встретить квест, который, значит, уруинит нахер. С ней баг такая, который уруинит нахер вообще все. Там, короче, где чувак, который говорит, брата своего я что-то давно не видел и вообще боюсь больше никогда его не увижу. Так понимаю, там тоже надо через камень путника этого брата можно вернуть. И в пещере со Стрыгой еще одна есть. Но знаете что, идите-ка вы нахуй. Так. Капитан наемников, это мне сюда. Старая Уизима. Угу. Короче, бредятина полнейшая просто. Я, блядь, теперь не могу, как такое происходит. Просто не понимаешь, ты, блядь, что ты делаешь не так. Может, я глупый. Посмотришь потом на ютубе? Нет, то же самое. Уйди, а! Друидов. Мне в любом случае старую Уизиму надо, чтобы с доспехами этот квест сдать. Я просто хочу уж закончить с этими ёбаными доспехами. Помидоры, овощи. Геральт едет на кобыле. Ну а кто другой на скорой помощь?
смысле, блин? Да ёб... Сука! Это манера идиотская, поворачивать камеры тебе к выходу с уровня, когда вот... Пизда. Давненько не виделись, ведьмак. Говорят, принцесса назначила крупную награду за твою голову. Рад, что ты за нее не ввязался. Если бы я знал, где искать. Кто знает? Надо же как-то на жизнь зарабатывать. Я понимаю. Уже поздно. Может, еще другой случай будет. Хватит об этом, к делу. Да. Ты вывесил объявление. Про вампириц, да? Тебе удалось их убить. Кровь принес? Вот кровь вампира. Ты сделал нашу жизнь намного легче, ведьмак. Вот твое золото. Это где вот? Ну, а что, они здесь, что ли? Кузница, ну... Наш конец близок. Хочется скорее в бой. Нет! Нет! Блять, нога, что ж ты так болишь-то, сука? Чем могу помочь? Я собрал все необходимое. Отлично. Теперь надо присоединить рециркулятор. Когда доспехи будут готовы? Я буду всю ночь работать. Приходи завтра. Так, где у нас тут костер-то есть, я уже не помню. И есть ли он тут? Надеюсь, на болото-то не придется идти, чтобы помедитировать. Да, блядь, что ты мне все кидаешь на общую? А может, в полевом госпитале можно? Они напали на лечебницу. Невероятно. Почему мы должны тухнуть тут? Бля, теперь, чтобы эти сутки промотать, у Калькштейна возможно. Когда это все закончится? Никогда. Так, пожалуй, сделаю одну важную вещь. Я уж настолько привык, что карта на... Только привык, что на тап у меня карта, что во всех играх обычно так ставлю, то что удобнее так сразу бац туда безымянным пальцем. Что? Ой, нахуй. Но если у него пощемать нельзя, то я даже не знаю.
Геральт. Слава богу. Так. Так, что там нас останавливает еще раз? Филин. Так, сейчас у нас мы вот тут. 24 часа медитировать. А потом еще час на всякий случай. Проклятье, в горле пересохло. Где? Чисто на всякий пожарный. Да, я даже вот так вот сделаю. На службе. Почему-то по квесту это вот не отмечалось, что в кузницу прийти. Я хуй знает. Я уже думал, может, опять он куда-нибудь слинял там в другое место уже. Но нет. Когда это все закончится? Уйди, пожалуйста, а? Да съебись ты нахуй отсюда, ёб твою мать! Когда это все закончится? Ой, блядь, ты уйдешь отсюда, ублюдок, или нет? Блядь, ты заебал, уйди отсюда нахуй! Что ж такое-то, а? Чем могу помочь? Сам-то, блядь, как думаешь? Доспехи готовы? Да. А у него же можно было. Они тебе на славу послужат. Спасибо. Спасибо тебе за всех спасенных нелюдей. Спасибо, прощай. Геста получил отличные новые доспехи. Я ухожу отсюда. Чем могу... Давай сразу раскидаем. Так. Не, сила не, погоди. Вот, наверное, вот это, чтобы меньше энергии на знаки тратить. И не весь. Давай арт. Так, и бронзовый, даже, я не знаю, до сих пор еще бронзовый дают. Точно, да, групповой сталь, да, пускай будет. Сейчас надо будет на фоне чего-нибудь в этих доспехах. Нормальные доспехи, что такое? Не знаю, по крайней мере, выглядит довольно круто. Я просто там это... Господи, как его называют? То ли мне писали, то ли я читал где-то, что типа, ну, доспехи такое себе. По-моему, пиздатые доспехи. Так, ну да. Даже не так. Понятно, у меня только вот опять. Ну, все, вот остался у нас один, собственно, квест. Закончится. Он как будто должен фразу продолжать, типа, когда это все закончится, что-то там. Когда это все закончится. Но не продолжает. Когда это все закончится. Геральт, поверни мордашку, пожалуйста. Геральт, блядь! Когда это все закончится. Наш конец близок. Когда это все закончится. Так, ладно, давайте все, сохраняемся. Мне же еще одну серию надо писать по-любому, поэтому... Даже больше будет 50-е. Так, ладно, это было 49-е, это 50-е будет. Все.
Все, ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры Роза Парацези и Cup of Creep. Да, я могу три штуки, еще вот могу какую-то для короткого оружия еще одно. Два могу короткого оружия носить. А, на канал Роза Парацельса и Cup of Creep жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И по возможности поддержите канал материально. Ссылки на все реквизиты в описании к каждому видео. Все, всем всего доброго, играйте в хорошие игры и всем пока!